Когда Федор Иванович Шаляпин в гостиной своего московского дома собирал друзей и знакомых, то часто пел для них. Очень хотелось бы увидеть, как все это было. Как смотрел, дышал, думал, волновался, как слушали его. Увы, мы никогда этого не увидим. И какое счастье, что благодаря техническому прогрессу сегодня мы можем совсем близко увидеть рождение исполнительского шедевра. Глаза артиста, работу мысли, интеллекта, души, даже если все это было много лет назад. 13 января 1992 года, как раз под Старый Новый год, молодой певец Дмитрий Хворостовский, еще не обладавший тогда мировым звездным ореолом, дал небольшой концерт в гостиной Дома-музея Шаляпина. То, что он пел в тот вечер, и раньше звучало в его исполнении, и, наверное, будет звучать еще, но по-другому. Не хуже и не лучше, просто иначе. В творчестве этого артиста не случалось повторов. Так что этот концерт в Шаляпинском доме вполне можно считать единственным в своем роде и неповторимым. Послушаем и посмотрим. Очень волнуюсь, мне страшно, поверьте. Вообще петь здесь, в этом зале, это святое для меня вообще имя Шаляпина. Тем более я впервые здесь нахожусь. Я прошу быть вас снисходительным ко мне. Сегодня будет звучать Чайковский «Рубинштейн». Практически это те вещи, которые пел Шаляпин в свое время. И первый романс – это наиболее, наверное, им любимый романс. «Благословляю вас, леса», на стихи Алексея Константиновича Толстого. Покой нищий, я иду.
каждую былинку. И в небе каждую звезду. О, если б мог всю жизнь прожить я, всю душу вместе с вами слить. О, если б мог мои объятия, я вас, враги, друзья, и братья, и всю прелесть.